перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я люблю купаться в пузе, она любит мои мысли, я люблю ее мысли. Это для тех, кто не купит. Ну все хорош. Спойлерить мои треки. Спойлерить? Да, спойлерить, спойлерить, без разницы, no fuck. Можно магазин купить? Давайте устроим голосование, спойлерить или спойлерить? Давай купим яйцо мне, шоколадное. У тебя есть два шоколадных яйца. Я уже замерз, детка. Надо идти домой. Короче, я хотел просто позвонить, чтобы сказать вам, что я за долгое время впервые решил покурить возле падика, как... Это падик. Собственно, многие в наше время привыкли делать. Всем привет, давно не виделись. Итак, что я хотел сказать? Ну, давай, валяй, Робинзон. Короче, во-первых, хотелось... сказать, что очень рад фидбэку с клипа. Тем, кто понял, что это шатал Трэвису, те молодцы. Те, кто говорят, что это байт Трэвиса, те дебилы, потому что для байта это, мне кажется, слишком откровенно. Так что, короче, все, что я хотел сделать, я сделал. Теперь время двигаться дальше и делать какой-то новый контент, новое звучание. Зацените, как у меня антуражно в патике. Такой чисто Blackfield СССР. Я люблю купаться в ту... Ой. В тузик. Я люблю купаться в пузик. Самой жаркой тусы в... Тузик, сухи. Я люблю купаться в пузик. Самой жаркой... Блядь, самой жаркой суки в тузе. Она любит мои мысли, плюс. Я люблю ее как мюсли. Это, блядь, это не в пузе. У меня работает интернет. Нет. Смотри, падает как все. Падает это. Я в лифте ногу. На туза давал. Он спрашивает, давал ли я на туза. Я такого выражения раньше не слышал, но я понял, что оно значит. Этому миру очень интересна судьба Фоломкина, мне кажется. МС Фоломкин, посмотри, кто такой, и поймешь сразу все, что связано с твоими вопросами. Я люблю купаться в тусику. Жди меня. Да, да. Маникюрчик. Украл идею у клипа. Я говорят, я украл идею. Я украл идею у клипа. Тихо. Я пошутил. У него 315 тысяч просмотров. Мне говорят, что я гондон. Почему? Не знаю. Кто говорит, что он гондон? Кто тут говорит? Кто говорит, я подтверждаю. Пожалуйста, Борька, так. Так, Жак, ты должен был что-то... Включись от этого. В смысле, знаешь от чего? От Wi-Fi отключись, я думаю. Или подключись. Рассказать что-то о клипе, наверное? Да, мне нужно что-то рассказать о клипе. Спрашивайте, я вам все расскажу о клипе, в первую очередь расскажу, как сильно... Могу сказать, что съемка была очень-очень... Тяжелая. Тяжелая, да. Для Жака особенно. Он там мерз, старался. Я спал в коридоре, чтобы вы знали, несколько часов, пока ждал перестановки долбанной сцены. Так что все из вас, кто говорят, что я ни капельки не заебался, вот. Да, вы че, он там подвисал нормально, вообще и змея по шее ползала. Привет, Вологда, брата, бам, в натуре, кстати, если че, по самой щекочущей нервы сцене, это, конечно же, сцена со змеей, я ненавижу этих ползучих гадов, и когда она обвивалась у меня вокруг шеи, бам, это было такое кошмарное ощущение, как будто большая мокрая вагина такая по шее истекает.
холодная. Отвратительно. Бля, у нас палится наш трек в трансе, ребят. Жестко. Очень жаль. Очень жаль. А как же бабы, не змеи? А что, типа вообще ничего слушали? Ну, только если то, что уже вышло. Но мы ненадолго, в любом случае, вышли в эфир. Сейчас меня спросят все про клип, я все расскажу и... Нурлан, что ты там... Смотри, Нурлан психует. Че? Бля, нахуй я сказал? Че сказал? Я не знаю. Павлогодский из Эрарта от души. А, йоу, сап, я понял, что это за нигер. Это тот тип, которого мы встретили в Эрарте. Салют обратно в Вологду, если ты уже дома. А ты хочешь в Эрарте? Не знаю. Кто придумал всю концепцию клипа Люли? В целом, мне кажется, что надо спросить об этом у режиссера моего, который взял все на себя. Это был Сережа Франте. Смотри, он взял ее за рэп. Сейчас, подожди секунду. Взял рэп в свои руки. Эйвен взял рэп в свои руки. Теперь вы можете не беспокоиться за русский рэп, потому что Эйвен держит его в руках. Итак. Бро, Пал Менджелс, чё? Не испачкался? Знаешь, что теперь тут нам? Не испачкался об кого? Об Эйву, что ли? Он моется, ребят, вообще. Жак, а как же... Давайте пропустим, ладно. Ребята. В клипе у тебя волосы длиннее, наверное, потому что я клип снимал давно. Ну, типа, какого хрена вы думаете, если клип вышел сейчас, то я его снял вчера? У меня очень странное, смешанное чувство. А Шон сбайтил клип у Эйсапа просто быстренько и снял за неделю. А еще сбайтил бит у Эйва. Жак, возьми что-то плохое в руки. Эйва, так. Мы присоединяемся к тебе и берем в руки рэп, весь российский хип-хоп. Вот этот маленький испандер твой. У меня два испандера, у тебя просто вторая рука занята. У Сони тоже занята вторая рука. У нее, по-моему, она не занята. Занята, я говорю, Соня, я же говорю, достаньте руку, мне что нос сколько можно. Мы же про клип пришли разговаривать, что ты прекрасно. Давай новый трек, что ожидаешь от тура? Я люблю купаться в туре. Туре? Кататься в туре. Я люблю кататься в туре. Маленький испандер. Ахахах, подъеб. Нурлан, ты ублюдок. Да, Нурлан, не ценит он. Блядь, самый-самый смешной, блядь, комментатор Нурлан. Все остальное какая-то хуйня. Все что-то ничего хорошего не пишут. Я очень хотел бы увидеть что-то душевное, что-то глубокое. Такое же глубокое, как она. Итак, расскажи твои впечатления от твоего клипа. Мои впечатления? Кто спросил? Я. А, ты спрашиваешь. Давайте лучше вы расскажете мне свои, если вам, ну, все, что связано с критикой этого клипа, кроме того, что это закос под Goosebumps, потому что, как я вам уже говорил, это не закос, это прямая отсылка к Goosebumps, и, типа, можно не мусолить это дерьмо больше. Итак, типа, вот мне интересно, насколько, по вашему мнению, с Марианской впадиной. Ебать. Жестко. Клип пиздатый. Жак, заедешь в Краснодар, клип пиздатый. Нахера набил третий глаз? Я его не набил, я однажды с ним проснулся. Теншинхан. А если вдруг, когда-нибудь кто-то из вас все же отважится посмотреть Dragon Ball, то я советую вам сделать это прямо сейчас. Кто говорит спижина, тот ебется в задницу. Когда в Вологду, ребята, я очень хочу в Вологду, но мне на это нужно время. Я еще не готов разъебать свой родной город. Почему у тебя здесь рэпа нет? Рейва берет не только рэп в свои руки, так, но и, видимо, поп. Весь этот поп. Сначала рэп, а потом поп.
Итак, сейчас я тебя добавлю в эфир, подожди. Не знаю, кто это, но я тебя добавлю в эфир. Давай. Это девушка. Идиатулина. Ожидание от Идиатулина 2017. И вот, вот оно, то самое долгожданное первое подключение. Здравствуй, снова ты. Убавь музло, пожалуйста. Я почему-то туплю и никогда не понимаю, что это снова ты. Итак, уже в который раз мы ведем с тобой сей неосознанный диалог, но тем не менее я рад тебя видеть. Мы уже почти лучшие друзья, смотри. Как твои дела? Я вспомнил, на кого ты похожа, и мне кажется, что я буду не первым, кто тебе это скажет. На Кирстен Данст. Что? Но что-то у нее есть что-то общее с Кирстен Данст. Кирстен Данст, это которая была в Человеке-пауке. Которая играла Мэри Джейн в первом Человеке-пауке. А, поняла. Который ты, наверное, не но смотрела, может играла, быть. Конечно. Нет, почему не смотрела? Ну, самый первый, ты тогда еще тебе было года 3, наверное, когда он вышел. Ну, блин, там же, наверное, все равно можно посмотреть сейчас. Конечно, можно. Приятного аппетита, если ты ешь, и приятного чаепития, если ты просто чай, what the fuck. Да. Да. Ну что, ты снова звонишь мне до того, как сделать все уроки? Или каникулы уже начались? Я думаю, еще нет. Уже закончились. В смысле, летние? А, нет, еще не начали. Ну, только летние каникулы. А когда лето? Лето? Нет, нет, в смысле, когда летние каникулы? В конце мая. Да. Числа 27-го. 28-го. Экзамены, там и плохо. Она просто не так давно перестала быть школьницей, поэтому она еще помнит. Уже 2 года прошло, между прочим, через сколько. Не знаю, лучше бы ты это все вслух не озвучивала, малыш, мне становится страшно и стыдно. Итак. Стыдно за мой возраст тебе? Да нет. Какого хрена за твой возраст? Скорее за свой уже тогда. So, что ты мне расскажешь, раз ты была переполнена желание подключиться к этой трансляции? У тебя резко пропал звук. Бля, я тебя не слышу. Может, я микрофон выключила? Вполне возможно. Вот, Молитовская отправила запрос. Нам придется подтвердить запрос Молитовской. Выйти в прямой эфир с Молитовской. Здесь у меня день выхода. У меня сегодня день выхода клипа. Подожди, а... Угу. В связи с тем, что у меня день выхода клипа, у меня, наверное, и день выхода в эфир. Клип-клап-клап. Йоу-йоу-йоу. Привет. Здравствуй, малышка, как твои дела? Хорошо, все, твои как? Да тоже ничего, давно не виделись. Давно не виделись, ты в Москве? Да, да. Как твои дела? Да ничего, твои как? Слушаю твою песню целыми днями, эту «Люли», или как? Да, да, именно так она и называлась. Летаю. Секундочку, как я делаю что? Нет, тебе? Я говорю, что я люблю эту песню. Понятно. Ну, потому что не всех, мне тошнит. Просто видишь, так получилось, что за то время, пока мы снимали клип на эту песню, мы успели эту песню, в общем, порядком переслушать. Да, да, шоколадка — это то, что сейчас спасет мою жизнь. Да? Итак, рассказывай. О, как у нас Молитовская игриво подприкусывает свои губёшки. Все, кто смотрит сейчас мою трансляцию, ставьте лайки этой девчонке. Бам, вот они полетели, родные. Спасибо. Я думаю, если ты еще раз прикусишь свои губы, они будут ставить лайк каждый раз, когда ты будешь кусать свои губы. О, смотри, смотри, летят, видишь? У нас с тобой одинаковые губы. Хорошо. Так, ладно, все, я выключаюсь. Давай, хорошечно. Спокойной ночи. Такой наши нет. Губы созданы друг для друга, говорит я Соня. Я давай, пока-пока. Пока. И самое интересное, что перед тем, как сказать пока, она все равно снова прикусила свои губы. Это флирт. У Жака больше. Да, говорят. Я согласна. Больше, чем все наши губы вместе взяты. Угу. Не уверен, как насчет всех, я но... Я про все губы. Ужасно, не смотри, дети, малыш, давай без этого. Так, а чё? Угу. Все понимают. Окей. Давай, скажи еще что-нибудь по поводу своего клипа. Да, в смысле, я только про поводу своего клипа говорю.
Вон тебе говорят, что девушка топ. Никто там больше не просится в эфир? Может, они про другую девушку? Может быть. К нам больше никто не стучится. А вот это все, которые стучатся. Вот запросы. Нурлан хочет. Ну, с Нурланом мы постоянно разговариваем. Вот это люди, читерство. Вот все. Люли? Вот люли все. Все эти люди хотят с тобой... Эй, ребята, где все эти люли, которые... Вот, хотел... смотреть запросы. 39. Уже два почему-то. 7. Что за бред? Скачут запросы. Видишь, я только перелистываю, я не могу нормально подлистать. Ты нажми на кого-нибудь попавшегося первого. Вот этот Симмонс что-то сегодня много, кстати, активности проявлял в комментариях. Давай его добавим. Ну, подожди чуть-чуть, Нирван. Ну, каждый день мы говорим, ну, не совесть. Отмена. Долго слишком. Вот, ну, Китон Януша пишет, тут я. Выйти в прямой эфир с Китон Януся. Если вы не девушка, он не выйдет с вами в эфир. Вот так вот. Оля, ска. Вот. Лили Тайнсайд говорит, меня. Вот, с удовольствием, потому что это тоже слишком долго подключается. Итак, 4.21 только что был зритель. Ожидание от Лили. Таинственная Лили. Она отменила. Да, я видел. Вот Виктория говорит, я. Подписал себе смертный приговор. Ожидание. Так, Виктория отклонила приглашение. Мне кажется, они просто нажимают на какую-то херню и не понимают, что делать. Или надо через вот эту штуку добавлять. О, вот я добавлю вот эту Дарью Волкову. Она писала какие-то хорошие вещи. Она сейчас тоже слетит, потому что у нас проблемы со связью, как мне кажется. Все проблемы, мне кажется. Да, Шендель, я тебя только что добавлял, но ты как соскочила. Как думаешь, сколько там зарядки? Может, ты вот поставить зарядку? Может, ты тогда вот, это пока сходишь, сделаешь? Нет. Ожидание от Дашендель. Хочу, бля, в эфир. Даня, сейчас я тебя возьму в эфир. Видишь, они не отказывались, просто почему-то не работает. Ну давай, пробуем еще раз. Ожидание от Китон Януша. Китон Януша, ты понимаешь, что я ожидаю тебя в эфире? Так, ладно, принимаю Дашендель. Я не понимаю, почему не получилось это в прошлый раз. Я никогда в жизни не имел столько проблем в том, чтобы добавить кого-то в эфир, но вы меня простите, ничего не получается. Я добавляю каждого из вас, каждого из тех, кто мне сейчас пишет. Да, наверное, надо перезапустить трансу. Да. Извините, но придется перезапустить трансу. Но я не уверен, что это будет прямо сейчас. Сейчас я перезапущу, короче, трансу и... Это новый мем, плохая фанатка Мойзе. Че, они там угорают? Они там, во, давай, они уже сразу, видишь, наготове. Все готовенько. Топ эфир? Ты в топе? Я хочу вот так, мамфака. Вот, наконец-то, привет. Ловил, ой, я ж меня тебя получилось. Знаю.
Я тебя уже видел 3 раза сегодня в Инстаграме. 4. Блогерша. Вот. Ну что, рассказывай, ты блогерша? Да. Нет, я имею в виду, что я тебя видел в своей ленте, типа. Из какого ты города блогерша? Я с Москвы. Угу. То есть вот ты такая с Москвы. Да. Ну как тебе наша блогерша новая? Я, кстати, подписана на девушку тоже. О, это так мило. Это спасибо. Очень мило, это очень мило. Мне кажется, мы тогда должны будем... Мне кажется, я тоже на тебя могу подписаться. Да, ты можешь подписаться, follow back. Follow back. Я новый трек. Follow for follow. Когда новый? У меня еще, если да. что, один не вышел, поэтому они все новые. Mm-hmm. Вот когда... Люли там вообще зашел очень. А, когда а, мой новый трек? Они мне... Да. Извините, пожалуйста. Новый трек. Ой. Когда? Короче, их много готово. Короче, их очень просто много. Их нужно все привести в нужный вид, и, возможно, очень скоро мы, в общем, услышим как тебе альбом, клип? Новый альбом. Как клип тебе? Вот сегодня смотрела, только вообще клип мне очень понравился. Угу. Вот я давно считаю вообще про твое творчество, но вот прям вот в последнее время прям вообще заходит очень все. Вот видишь, как мнения разделяются. Кому-то, да, кому-то последнее время все очень заходит, а кому-то наоборот в последнее время очень не заходит. Не, мне кажется, намного лучше сейчас стало. Вся моя старая аудитория очень сильно ругается, и они хотят... Мне кажется, это не лучше, не хуже, просто это типа... Другое. Да, другое. Они разные, нельзя сравнивать. Типа anyway можно делать любое музло, типа, и оно будет кому-то заходить, кому-то не заходить. Всем не понравится. Чем больше людей... Я, кстати, в ближайшее время фит планируешь. О, это слишком... Все, что связано с фитами, это расплывчатая информация настолько, что... Типа, у меня бывает такое, что я уже записал с кем-то трек, но все равно он, типа, в итоге не выходит, потому что он тебе перестает нравиться, или вы успеваете поругаться, или еще что-нибудь в этом духе, поэтому... Факт, да, щит. А, ну, поняла. Тебя зовут... Блогер. Даша. Тебя зовут Даша? Да, Даша, да. Ты такой гений. Как ты называешься в своем блоге? У тебя видеоблог в Ютубе или только в Инстаграме? Не, у меня инстаблог. Просто фотки, видео. Ну и пою. Ты делаешь всякий трэш интересный и веселый или не делаешь? Ну, планирую также музыку тоже, но я типа пою. Окей. Ты можешь в директ Соне или мне что-нибудь скинуть, чтобы мы тебя не потеряли, и я пойду кого-нибудь еще подключу. Окей, вот. Хорошо, я напишу, ну и тебе, и Соне тоже. Все, давай, продублируй туда и туда, дальше. Будем ждать. Бам, и тебе все, удачи в твоих ощущениях. Давай. Мне парень написал в Инстаграме, что я прекрасна. Итак, теперь мне нужен кто-то еще, если вам есть что о себе рассказать, есть что показать, то тоже можете вполне себе подключиться и побазарить. Интересно. Симененс. Тебя нужно добавить, наверное, тоже, потому что ты давно просишь, оп, выйти в прямой эфир. Я выхожу, я твою аватарку вижу не в первый раз за сегодня, поэтому давай, интересно, что ты скажешь. Nice to meet you, Boubacar. Oh, right, nice to meet you too, my man. Я думал, ты не разговариваешь на русском. Опа, здорово, нигер. У тебя нет звука в трансляции. Жак, что за девочка с тобой? Со мной моя девушка, Соня. Всем привет, кто не в курсе. Я в шоке вообще с этих ребят. Да. Нега, я не слышу ничего, что ты говоришь, у тебя нет звука, поэтому мне придется тебя отключить, прости, пожалуйста. Удаляю. Я, кстати, слышу. Нега, я не слышу ничего, что ты говоришь. Ты меня слышишь, мне кажется. Так. Как, может, ты его слышишь на каком-то своем ментальном уровне? Может быть. Жак, есть о чем рассказать, говорит не экстра фреш. А жена говорит, я расстался со своей женой определенное время назад, и каждый раз, когда об этом вы спрашиваете, в первую очередь, вы заебываете не меня и кого-то еще, а, наверное, если я, ну, по крайней мере, если она это смотрит, то ей это не очень нравится. Может, мы не будем разговаривать на эту тему? Нигер, у меня Ава с тобой. Да, я ее вижу, вон он, бомбер.
Привет, я Персик, говорит мне Персик. Персик? Выйти в прямой эфир с Персик. Я не знаю, что это за тип. Почему его зовут Персик? Не знаю, чел говорит, привет, я Персик. Ты такой же волосатый? Здесь есть Лилитани сайт, который, кстати, тоже уже вторую трансляцию подряд просит ее добавить. Вот Персик соскочил. Возможно, у меня снова заглючила инста, но я попробую с Лили Тайнсайт. Вот я тебе отправил только что разрешение на эфир. Вот отлично. Привет! Приветик! Ой, у тебя такой вид, будто ты сейчас с выпускного вышла. Да, мне 22 года уже. В моем выпускном уже был отгулен. Я в школе, кстати, работаю. То ли праздник какой-то, то ли еще что-то. Жак, ты не поверишь, я работаю в школе. Ага, понял. Итак, на какой должности, мафак? Ну так, нормально. У меня, кстати, тоже очень много знакомых африканских. Я когда тебя смотрю, я просто в шоке от того, что у нас в России тоже есть такие исполнители, что там есть чем утереть нос американцев. Есть что противопоставить. Я знаю. Да, нам есть что противопоставить. Отлично. А кем это очень круто. Я учитель географии. География. У меня всегда было плохо с географией. А у меня да. всегда было хорошо с географией. Я из Москвы. Я из Москвы, но работаю в Красногорске. Ага, работаешь в Красногорске. Ну, значит, мы с тобой на концерте в Москве увидимся, видимо. Я очень надеюсь, что я попаду. 27 мая. Да, да. А что может тебе помешать на него попасть? Ой-ой-ой, у нашей с вами подруги из школы, поэтому учительница географии откладывается на следующий раз, и мы переходим к следующему претенденту. Выйти в прямой эфир с Nice Lady. О, мини-рашен босс потом у нас на очереди будет после этого. По ходу дела у нас уже мини-рашен босс, потому что Nice Lady соскакивает. Давай, мини-рашен босс. Выйти в прямой эфир с мини-рашен босс. Воу-воу, нормально слышу. Смотри, смотри на название. Все по этой теме пошли. Так, у нас соскочил трансца. Слушай, Джак, и работает в школе. Как тебе такой Илон Маск, мафака? Да такого уже много в последнее время происходит, я вам скажу. Прости, пожалуйста, Лили. Да, я уже понял, что интернет плохой. Люли не зашли, но ничего страшного. Значит, зайдет то, что я выпущу следом за этим. Nice Lady, прости, но что-то не вышло у меня к тебе подключиться. Попробуем еще раз. Ожидание от Nice Lady. Возможно, у Nice Lady такой же плохой интернет, как и у Лили, поэтому, увы. Саша, нига, what's up? Ожидаю тебя, Black Light Hands. Чё, как тебе клип, нига? Нига. Слушай, на мне хочется сказать тебе все по телефону. Точнее, по телефону. Да, да. Нига, я спрашиваю у тебя не для себя, я спрашиваю тебя для них. Да, ну, в целом, да. Мне-то да, ты можешь сказать это по телефону, а им-то ты ничего по телефону сказать не можешь, нега. Вот мы им и звоним по фейстайму. Да, но если кто-то хочет поговорить со мной по телефону, шмотки КГБ рэп у меня. Они просто, да, они спрашивают, видишь, где взять рэп, где взять КГБ, вот эту всю фигню, и мне надоело им отвечать на этот вопрос. Нега, ты можешь сам им рассказать, где они могут купить свитшоты КГБ и свитшоты рэп? Вот именно такие свитшоты, такие худи, КГБ, футболки, рэп налево. Вы можете приобрести, дорогие друзья, связавшись со мной в Телеграме. Для этого вам нужно перейти просто ко мне в профиль, и в профиле все указано, даже телефон.
Чел вот спрашивает, все, что такой подключился. Если ты не знаешь, кто это подключился, значит, ты не знаешь о нашей движухе ничего. А это значит, что тебе лучше либо погуглить, либо полистать мои соцсети и больше не писать не сюда, пока ты не шаришь, короче. Было бы приятно, если бы подписался на меня. Так, Лили, это уже наглость, по-моему. Мне кажется, что братан, как у вас движуха? Нурлан пишет, мне кажется, это скрытая интеграция КГБ-шмота. Жак продался. Нурлан, ты тупой рот. Мы себя любим. Это твой кореш. Давай побазарим, говорит мне Algenerous. У этого, ну ты тоже что-то с интернетом? Гопы пиздим. Так, все, нигер, пока. У тебя что-то с интернетом. Знаю, кто он, и шарю в нашей движухе. Ну тогда я тебя подключаю. Давай, Натали Король, раз ты шаришь за это чит. Угу. Посмотрим. Что сказала Эйва? Слышишь, наказуемо. Эйва, если я сейчас открою дверь в ванну и засниму тебя моющегося в себе в трансу, это наказуемо? Йо. Эйва в ванной. Ответь в директ. Открою тебе в директ обязательно. Давай подключу тебя. Мюнхгаузен. Мюнхгаузен, барон Мюнхгаузен. Йо, усап. Салют, Жак. Какой у тебя интересный вид. Да. Сегодня ты на улице сейчас находишься, да? Да не, на даче сижу. Я просто хотел поинтересоваться, почему ты в перчатках. Да так удобно. Добрый вечер. Ну как, только что с улицы пришел, вот, гулял. Понял тебя, немного понял. Ну что расскажешь мне? Я вообще не ожидал, что ты меня подключишь, я так рад. Вот. Блять, я очень рад тому, что, ну, типа, люди реально радуются таким мелочам. Кстати, Жак, давай. Посмотрел сегодня клип Люли. Это вообще просто бомба какая-то. То есть, ну, я, вот как я думаю, что ты, как и многие, наверное, спалил отсылку к Гузбамсу. Нет, наверное, я тупой. Ну, отсылка к Гузбамсу заключалась в стриптизерше и змее, типа. И там у него тоже была стрижуха, и тоже была змея, но мне, типа, обломало, что в Гузбамс тема со стриптизершей была не раскрыта, и, в общем, мы решили на ней побольше внимания сакцентировать в нашем видео, снять побольше этой женщины на шесте. И, короче, было классно, было сложно, но мне понравилось. Единственное, что нашу интерпретацию поняли немножечко как плагиат, но ничего страшного. Я думаю, что летом у всех вопросы вообще отпадут по поводу того, чем я занимался. Понял. Мы не, ну, почти до конца. Ну, вообще очень круто делаешь. Я немножко музыкой тоже занимаюсь. И вот, знаешь, задаешь такой уровень, на который иногда хочется равняться. Очень приятно, очень приятно это слышать, Нига. Немножечко. Что немножечко? Немножечко музыкой заниматься. Ну, немножечко заниматься музыкой, может быть, ты начинаешь, типа, осваивать, а что-то, инструмент конкретный или рэп? Да нет, просто рэпчину пишу и все. Ну, типа, если хочешь заниматься музыкой, лучше начни осваивать сразу все ее аспекты. Потому что это провод. Вот так вот. Провод. Натянут. Видишь? Нет. Да, натянут. Это тоже верно. Хочешь, подержи. Что ты говоришь, Нега? Говорю, это тоже верно, то есть я учту этот совет. Да, постарайся послушать все вплоть от... Вообще, посмотри, типа, всякие сериалы. Посмотри сериал «Винил». Ты смотрел «Винил»? «Винил»? Да, я думаю, не смотрел. Прежде чем заняться музыкой, посмотри сериал «Винил». Тебя это вдохновит. Посмотри «Винил» и посмотри «Антураж». Посмотрев эти два сериала, ты будешь намного... Все, я запомню, я обязательно посмотрю. Лучше себе представлять, как двигаться в этой жизни. И вообще, все, кто сейчас смотрит эту трансу, тоже прочекайте винил и антураж. Тут, кстати, в трансляцию зашла моя знакомая Лиз, привет.
Окей, окей, привет, Лиза. Я пошел, давай... Что ты говоришь? Говорю спасибо, что ей тоже передал привет. Да не за что, все, я пошел, короче, чекать, кто там дальше стучится. Хорошего вечера. Хорошо, спасибо за разговор. Да не за что, давай, хорошего вечера. Еще раз. Давай, тебе тоже. Отличные вспышки у тебя там, давай. Так. Flashing lights. Тина Спарроу спрашивает, ты голубой? Что? Да. Это уже, типа, не секретная информация. Да, да. Это, вы можете прочитать об этом у кого-нибудь. У кого-нибудь хейтера. Я как сучка уже прошу. 18. Так, давай добавим этого нигера. О, подожди, подожди. У чела день рождения. Давай примем его. Бля, сейчас все начнут писать, что у них дыре. Ну, короче, все, дальше эта фишка не пойдет. Он в голубом пишет дурлан. Да. Да, да. Что? Думать так. Тупица. Йоу, нега. Уса. О, Жак, привет. Здорово. Рад тебя видеть. Я вообще всегда мечтал, что когда-нибудь смогу с тобой выйти в эфир, и вообще ты меня заметишь. Прикинь, у меня, короче, так совпало, что у меня сегодня день рождения, мне, короче, 18-ка стукнула. Бом, Олега, с днем рождения тебя, раз тебе стукнуло 18. Спасибо, спасибо. Я, короче, из Калининграда. Так. Тут твой концерт, короче, 30 апреля. Обязательно приду. Это самый первый. Да, это самый первый в туре. Да. Я, кстати, хотел сказать, что я буквально не так давно начал тебя слушать. Да. Мне очень понравилось твое творчество. Это просто real shit, нига. А потому что первый трек, по-моему, был бездыханным с Окси. Ага. Мне очень понравилось. Я прям, знаешь, это уже недавно, когда ты его услышал позже. Я решил, короче, весь твой материал прослушать, и мне чисто все зашло. Я сейчас, короче, каждый день слушаю только вот твои треки, мне заходит очень я классно. Я обожаю людей, которые услышат какой-то трек незнакомого им артиста, и вместо того, чтобы выебываться, лезут и слушают все, что у него есть, чтобы сделать какой-то вывод. Это очень логично и круто. Спасибо. Ты правильно. Да, кстати, я хотел спросить, а с тобой реально будет фоткаться, например, после концерта 30-го числа? Но у меня наверняка в Калининграде будет автограф-сессия, я постараюсь, в общем-то, в любом случае об этом оповестить. Скорее всего, она будет в день концерта, либо утром, либо после концерта сразу на площадке, но так или иначе я постараюсь уделить время, да, всем и сфоткаться, естественно. Классно. Еще сказать тебе про клип, который ты сегодня дропнул. Мне очень понравилось, это просто офигенно. И, кстати, я оценил то, что ты сделал ссылку к Трэвису. Это очень классно. Вы вообще классные ребята вдвоем. Как бы вы друг друга как бы сочетаете. Трэвис в Америке, ты в России. Это очень классно. Мне так нравится, как всегда. Подожди секунду. Мне так нравится, что каждый... Мне так нравится, что каждый раз, когда начинается какой-то пиздец, когда кто-то начинает что-то говорить про другого человека, и я просто вот так перевожу на Соню, и она всегда думает, что ты про нее понял. Я тоже так подумал, придурок. Ты думаешь? Мы же говорили про Трево, какого хрена. Его тоже зовут Жак, все дела. И вообще я тебе скажу так, что Трэвис просто очень сильно повлиял в свое время на то, что я делаю. И, ну, давно. То есть сейчас я в последнее время даже не особо понимаю, что он выпускает. Типа, есть у него альбомы какие-то или нет. Но когда вышел трек его... Не Apparition, а Uptown. Помнишь, наверное? Это был 2013 год, если я не ошибаюсь, или 2014. Вот тогда мне очень понравился Трэвис, и... Я хотел что-то вот в его сторону, короче, сделать в своей жизни. Я хотел так спросить. Ты можешь, пожалуйста, ну, сделать мне маленький такой подарок на день рождения? Ты бы мог подписаться на меня? Ну, типа, я знаю, что это прозвучит. Развод. Мне, нега, я когда, каждый раз, когда я хочу на кого-нибудь вот так рандомно подписаться, я выкладываю какую-нибудь лютую дичь у себя в ленте и предлагаю людям сделать что-нибудь. В общем, за что я на них подписываюсь. Это бывает очень редко, и я лучше я тебе... Забавно, если бы это в натуре... Сейчас, секунду. Наверное, вам. В общем, мы придумаем тебе какой-нибудь другой подарок на день рождения обязательно. Может быть... Классно, может спасибо, быть, я очень жду. Калининград? Я думаю, ты расслышишь. Если мы не забудем, то в Калининграде мы как-нибудь тебя увидим. Но это ключевое слово, если мы не забудем.
Но я надеюсь, что... Как тебя зовут вообще, Негу? Меня Борис зовут. Борис? Да, Борис, да. Из Ленинграда. Борис, Борис, главное. Всегда. В общем, я был рад тебя слышать. С днем рождения. Желаю тебе... Спасибо, класс. Я так понял, что ты, скорее всего... А? Продолжай двигаться дальше. Мне нравится то, что ты делаешь. Продолжай в том же духе. Мне реально нравится это. Это классно, чувак. Спасибо, Нега. Спасибо. Все, успехов, хорошего вечера. И давай. До встречи 30-го. Вам. Итак, идем дальше. Кто-нибудь еще здесь готов подключиться? У меня проблема с девушкой. Дай совет. У тебя есть два пути. Я тебе даю совет. Итак, первый – это распрощаться с этими проблемами. А второй – это распрощаться с этой девушкой. Вот, собственно, выбирать. Так, Виктория. Уже второй раз просит к нам в прямой эфир. Это же жок! Ребята, простите, приходится заканчивать эфир. Фанаты лезут в окно. Привет! Привет, Виктория. Как дела? У меня нормально, у тебя как? Хорошо. Я не уверен, что мы с ней разговаривали. Нет, она очень похожа на Кирстен Данст. Она очень похожа на девушку, которая похожа на Кирстен Данст? Да. Ну, не знаю. Итак, рассказывай. Что ты забыла у меня в трансляции? Раз ты попросила, я очень долго пыталась зайти тут. Итак. Что? Блин, зависает интернет. Я самое интересное пропускаю. У тебя классное итак, видео. Итак, вот ты вернулась на связь. Ты что-нибудь расскажешь? Ты стесняешься, да? Я живу в Латвии. В Латвии? А где именно? Рига. Рига. Я до Риги ни разу не доезжал, по-моему. Но, кстати, в этот... Нет, видимо, в туре Риги нет. Но я вроде как к вам приеду скоро. Осенью, кажется. Итак, как у людей, знакомых с моим творчеством?